Ребята, вы не представляете, все вышло. Новый трейлер «Человека-паука. Нет пути домой». Мой любимый персонаж из Марвела. Я сейчас буду его смотреть, поэтому можете поддержать лайком или каким-то комментарием, или каким-то подпиской. Ну, я начинаю смотреть этот трейлер. Мы начинаем! Воу, 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 ты что? Ой. Так, 12+, но не 11, поэтому неважно. О, почему он такой грустный? Посмотрите, как у него крови там на лице. О, вот эти самые моменты. Когда жизнь казалась нормальной. Йо, у меня мурашки. Это было, когда ты узнал. Вау. Йо, это за тот момент, я помню его. Воу. Воу. Я не знаю, как это комментировать. Запоротое тобой заклинание не заставит всех забыть, что Питер Паркер — это Человек-паук. Это тот самый момент. Йо, вот это заклинание. Он что, вот так ускорешивает их? О, новые гости, вот они. Без всех. Коблиц! Электро, вот этот костюм. Это цели. Здравствуй, Питер. Йоу, это что такое? Ты не Питер Паркер. Ты не Питер Паркер? Ну, конечно, он же другой, йоу. Простите, как вас по имени? Доктор Отто Октавиус. Чего смешного? Хорош прикалываться, я серьезно. Это его настоящее имя? Всех этих пришельцев нужно отправить назад. Этот костюм, что это такое? Покончить с этим безобразием. Но вы вроде как сами виноваты. Я тоже знаю пару волшебных слов, и одно из них слово «пожалуйста». Пожалуйста? Пожалуйста, покончите с безобразием. Такая хитрая, посмотрите на меня. Он летит этой зимой. Электро. Это же то он, я не знаю, как его зовут. Он летит, йоу. Все они погибли, сражаясь с человеком. Это битва на мосту, там электро. О, это же не тот момент, где умирает вот это самое. Но мне тоже. Что? Тоже. Вот тот самый куб, вот тот самый, йоу. Все, это единственное. Никакого способа. В тот момент. О, это что такое красное? Мне отобрать мою силу. О, электро. Йо. В смысле, у него уже не был клуб. О, это что за взрыв? Йо, там ящик. Я всех спасти не могу. А куда он прыгает, я не могу понять. Йо. Это что такое? Это тот самый, это не тот момент из нового Человека-паука. Человек-паук. Йоу, какой мустрелья. Что происходит? Они прорываются к нам. И мне их не остановить. Это не остановить? Это что, намек на трех пауков? 15 декабря. Ох, это очень классный был трейлер. Я не знаю, как его комментировать, но это очень классно. Йоу. Еще ящер, но я не понял, куда он прыгает. Особенно электро. Ну, наверное, они просто промазались или... Погоди. Может быть, это намек на кого-то, который там размыли? Оу. Ну, ладно. Я буду ждать этот новый трейлер третий. Но... А вы можете поставить лайк и подписаться. Всем пока!